Привет, друзья мои! Вы снова на канале моем Сетовкар Фишинг 11. Ну что, друзья, сегодня, короче, видео с рыбалки. С рыбалки не будет. Сегодня будет подготовка к рыбалке. В пятницу я собираюсь идти на ночевку по налиму и плюс фидер. Для фидера было приобретено вот такая штука. Вот это жмых подсолнечный 500 грамм. Ну и сразу цена 70 рублей. Это многие спрашивают меня, Славка, цена какая. Это прикорм такой. Не знаю, запах потом, если что, там скажу вам. Все будем делать на рыбалке. И еще один BBC корм. Рыболовная приманка универсальная для любительской и спортивной ловли. Чеснок. Вот. Вот такая штука. Вот BBC. Вот стоит 100 рублей ровно. Вот. Вот эти два этих компонента будут у меня замешаны. Еще, может быть, я сделаю какую-нибудь крупу. Забодяжу. Вот. Так, я уже сказал, да, будет фидер и будет. И будут донки. Вот. Также приобрел сегодня дендробену. Не знаю, вроде дали мне больших, как он сказал. Серега показал. Чуть я не вижу, что они там большие. Вот 65 рублей. Вот такая вот фигня стоит. Мне кажется, там мелкие. Там вон, видите, там, ну, мелкие, господи. Не знаю, разберемся. Вот. Черви, две пачки взял. Взял такие колокольчики. У колокольчиков вот эту штуку сразу же я буду ломать. На работе. На работу возьму. Там их повыдираю, вот эти штуки. Ну их нахер. Ну потому что их крепить некуда. Вот. И вот в эту дырку будем просовывать. Вот в это отверстие, вернее, будем просовывать. Не в дырку, а в отверстие. Здесь вот. Потом взял, друзья. Ух. Все дымит. Все бомбит. Взял вот такие вот свинцовые груза. Тоже 100-граммовые. С вертлюжком вот таким. Вот, ребят. Вертлюжок, все. Вся беда. Вот такой мощный, хороший. Вот. Короче, все это будет ставиться. А, и взял еще для фидера. Не для фидера, а вернее для закидушек. Вот такие вот с прищепкой бубенцы. Будем ставить такие, ой, будем ставить вот такие бубенцы. Два штуки взял. Таких хватит. И, друзья, пришли там опять в этом магазинчике новые блесна. Я ж, конечно же, не устоял же. И сразу сейчас покажу вам самую, на что у меня бросился глаз. Я как этот, как рыба, любитель всего такого яркого, прям ухухухух. Вот он, желтая. Вот такая вот желтая, ребят, смотрите. Блесенка называется Бинхай. Бинхай из компании Комода. Вот она, Комода. Вот, Бинхай. Название Бинхай. 28 грамм. Вот такая штука. Модель 1. Видишь, колор. Колор. Желтая, короче. Вот. Фишинг Эксперт. Опять же. 120 рублей, ребят. Вот такая штука. И... тут даже есть вот такой хвостик прозрачный. Вот такой розово-прозрачный. А, как показать? Вот.
Вот он, этот хвостик. Вот. Вот такая блюсинка. Там же взял же сразу же такую же. А, вот, кстати, ребят, смотрите, она желтая, а расцветка вот внутри. Видите, типа чешуя рыбы. Прям такая джинсового цвета. Вот. Потом взял такую вот блестящую. Вот. Золотую. 21 грамм. И вот такая вот расцветочка, видите? Вот, это колебалочка. И взял такую, еще одну этой же фермы. Беленькую, ребят. Вот такую, типа... Типа белая, розовая, белая какая-то, непонятно. Ну, белая. Вот такая фигня. Тоже, вот, похоже вот на эту. Кстати, видите, с глазком они идут. Это 18-граммовая. Какая-то новая фирма. Что-то он даже... Он тут котик какой-то нарисован. Fishing Expert. Рыболовный эксперт. Вот такие вот три. Красавеллы. Я себе приобрел... Вот. В общем, вот весь шмурдюк рыболовный, там все. Ну и два этих. Ну и плюс вот эти два. Все, ребят. Короче, готовлюсь я. Готовлюсь. Почему я не пошел сегодня? Сегодня он поехал, закупился. Угу. Закупился. Завтра будет день подготовки, потому что завтра еще поеду кое-что куплю. А кое-что куплю, что я кое-что куплю. Давайте сразу скажу. Газовый куплю обогреватель. Я беру потому что с собой палатку. Ночью все равно прохладно. Не то, что прохладно, холодно. Вот, и ночью я буду ее включать и греться. Возьму еще пару-тройку баллончиков газовых. Вот и все. Ну, конечно, дома кушать сразу приготовлю. Чай, что-то, чтобы там ничего не делать. И все. И там просто в палочке будет тепло, хорошо. Зато в палочке будет слышно, как звенят колокольчики, как звенят бубенчики. Вот. Так что, ребят, в пятницу рыбалка. В пятницу на субботу. Вот. В общем, ночь. Так что. Все. Славка готов. Буду. Еще что-нибудь докупим, может быть. Да нет, ничего докупать не надо. Черви у меня есть. Если что, я эти черви барабену, эту дендробену со своими червями, которые собрал и которые Саня мне тоже накопал, размешаю. Вот. Может быть, эти туда. Еще Саня обещал мне еще червей накопать. Завтра, может, я тоже еще накопаю до кучи червей еще немножко. И чтобы было, чтобы на зиму, или, как сказать, до самых морозов хватило, потому что потом червей уже не будет. Сами все знаете прекрасно. Ну все, ребят. Будем заканчивать. Базары, вокзалы. Базарить это хорошо, а надо делать вещи. Так что, ребят, как всегда, Славка с вами, Славка на связи и мой канал Stukar Fishing 11. Все, ребят, всем пока и всем удачи!